Все говорят о смысле бытия. Бытие есть, и однозначно. Сумма на бытие самого простого человека. 10 тысяч получает жена, 15 тысяч получает муж. Это немного другая статья доходов. Но люди с таким количеством денег живут. Теперь вопрос о детях. Сложно, да? Но если бы не Орион, было бы сложнее. Вот у нас такая доблестная композиция, да? Два человека, Алексей Чиликин-младший и Алексей Чиликин-старший. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о магазине «Орион». Ну, пункт номер один. Ему это в действительности все нравится, я вам объясняю, что все это вы можете себе купить. Пункт номер два. А вот это я уже говорю, потому как мы очень хорошо сделали, да? Мы ликвидировали практически всех, один человек остался. Вот. По одной простой причине. Цены. Цены низкие. Цены низкие, вы это все можете купить здесь. В магазине «Орион». Как сюда проехать? Ну, если вы не понимаете, то есть YouTube, естественно. Там все это дело поймете. Много раз я все это дело вам показывал. То есть залезьте и посмотрите. Если что-то непонятно, если вы живете в городе, то получается, что вы едете по Советской, до вокзальной, потом поворот налево. И, грубо говоря, вот тот самый доблестный поворот направо. Все сюда ездят, здесь все дешево. И здесь есть замечательный магазин «Орион». Теперь буду говорить больше и грамотнее, потому что она немножко ушла в другую сторону. Мы когда с сыном снимали, вот, она говорила: «Ой, что-то мне здесь не нравится, я пойду в другой магазин». Ну-ну, мы ее посмотрели, то, что она выбрала. Поверьте мне, здесь нравится всем, потому что магазин «Орион» ориентируется на любой возраст ваших детей. И от сайлопедов, и для тех, кто выше, выше, выше. Кстати, ну вы понимаете, что я здесь нахожусь? То есть для взрослых тоже. Вот это магазин «Орион». Я, конечно, все это дело прекрасно понимаю, что вы там такие накрутые, навороченные. Но почему у нас бензин начал расти? Почему у нас товары начали расти? Вот для чего было создано? Объясните мне. Ну, для чего было это создано? Для чего вы, честно говоря, так с нами поступили? Не знаю. Ну и в итоге. Конечно, магазин «Орион» мог бы привезти игрушки. Ну, представляете, да, китайцы тоже подумали: сейчас мы на россиянах денежки приподнимем. Ну, они так и сделали, честно, они так и сделали, да. Ну, понимаете, россияне чем они хороши? Я, конечно, все это дело прекрасно понимаю, что машинки, они исключительные, да, для всех и каждого. Но куда нам торопиться, по сути, то, объясните мне, ну, просто подождем. Как подождала все это дело и фирма, которая работает для вас. Это магазин «Орион». Просто надо было подождать. Они подождали, естественно, да. И в итоге, пожалуйста. Ценники как вернулись, так и свои, так они такими есть. К слову, о той вещи, которая мне очень сильно нравится. Все. Ну это просто красота какая-то. Посмотрите, все это дело открывается, да? Classic on Tom. Черный цвет. Причем не просто черный цвет, а матовый цвет. А-а-а! Хотели бы такую? Вот она и есть. Цена изумительная. Да. Крутизна. Крутизна и только. Сейчас я промолчу, потому что эти примочки я даже не понимаю. Что это такое? Ну вот это понятно, да? То есть, если вы взяли себе бассейн, то в бассейне вы можете купаться и, кстати, не обязательно туда воду лить. Чуть больше вот их накидали, здесь 60 штук, накидали побольше, представляете, да? И ребенок может в этом бассейне и заниматься, плавать. Почему нет? Теперь другая, я не знаю, что такое, это конструктор-липучка. О, что такое? Похоже, есть в этой жизни события, которые я еще не могу принять вообще. То есть, ну, заходишь и убеждаешься, что это круто. Теперь другой вариант. Помните, мы как-то вам показывали летучие змеи. Это пока не для этого года. И, ну, что вы в оконцовке доехали, да? Я думал, что я все змеи купил для себя. Это неправильно. Здесь все новое. Новое и новое появляется. Вот замечательная летучая мышка. Вот такая. Ну, конечно, для следующего года. В этом году, ну, пока будем гарантировать кое-что про зиму. К слову, о зиме. Вот сейчас мы туда и перейдем. Вот как-то так получается, да? Чем Россия хороша? Тем, что у нас, кроме лета, у нас еще и зима. Чем зима у нас хороша?
тем, что мы можем кататься по снегу. Чем зима еще хороша? Тем, что ваш ребенок также может находиться. Причем ребенок разный. Вот для самых младших, ну, конечно, это ценники чуть-чуть подороже, то есть 2230 рублей, вот эти штучки. Есть и сверхдорогие, но они не сильно дорогие. То есть, если вы где-то посмотрите, то обратите внимание, что проще варианта-то нету. Приходите сюда. Вот эти замечательные коляски для вас. Если у вас ребенок, а по-другому не получается, у вас же ребенок в России вырос, то есть он и зиму должен понять. Вот, вперед из песни. И, естественно, самокаты. Но это не совсем самокаты, это чук-гек, я их так раньше говорил. Пожалуйста, вперед из песни. Катайтесь на здоровье! Возвращаясь к нашей цене вопроса, о чем мы сейчас и говорили. То есть 1000 рублей. Ну, окей. Ну, хорошо. Вот, кстати, очень классная штука для детюшек мелких. То есть посадили его на себя, вот так вот, да? И уже любого тащите. Либо туда попкой, либо обратно попкой. Клево. Так, ценники там, кстати, тоже не сильно дорогие, по сути. То. Сейчас объясню, сколько такая штука. Ну да, чуть-чуть дороже. 1130 рублей. А, фонари, бешеные деньги. Можете себе позволить, если что. Так. Возвращаясь к тому, где мой сын сейчас. Он в гимназии. Можно либо в гимназию, либо вы его отправите в детский сад. Или для гимназии, для детского сада здесь все в порядке. Пожалуйста, берите все, что нужно. Вот. Ценники тоже халява. То есть 20 рублей, 130, 60, 80. Ну, это сразу здесь сейчас. То есть, когда мы говорим о подготовке вашего перца к школе, ну или где-то там еще в другом месте, допустим, гимназия или еще что-то, проще сюда зайти и все сразу же здесь купить, ездить и все в наличии, просто так. А вот, теперь другой вопрос. Если ваш перец, ну, сейчас такая штука существует, то есть вы можете ребенка во что-то одеть, во что-то другое. То же самое. Маски такие. Дарт Вейдеры. Вот. Штурмовик просто, помните, да? Вот. Халк такой, зеленая. Ценный вопрос, 130 рублей. Ну или 140, немного. И почему я все-таки говорю, что мимо магазина «Орион» вам не пройти? Даже если вы отправили своего ребенка в школу. То есть, ну понятное дело, что и в школе дети играют. Почему нет? Почему нет? И в школе дети рисуют. Почему нет? И для школы тоже здесь есть все подряд. То есть и альбомы, вот посмотрите сколько, и гуаши, и все остальное. Никаких проблем не существует. Кроме всего прочего, помните, выжигательная штука. Сегодня, сейчас, это не тот жесткий выжигатель, который был в моем репертуаре. Вот такая штука, и выжигаете. К слову о том, как можно выжигать. Ну, чтобы понятно было. Вот можете котика выжигать. Вот, набор для выжигания по дереву тоже есть. И ценники-то небольшие. К слову о том, что я вам не успел сказать. Эта штука умеет и светиться. Вот так она светится. Нормально? Все остальное также светится. Опять же, вернувшись к нашей цене вопроса. 1000 рублей. То есть вы много не зарабатываете, но 1000 рублей можете позволить своему ребенку. Логично, да? Вот. И даже дешевле, чем 1000 рублей. Вот такой пояс монтажника. Цена вопроса 240 рублей. 230, спросите, смех. Вот. Это вообще тема весьма интересная. Тема из Советского Союза. Такие штуки продавались только в России и в Советском Союзе тоже. И сегодня и сейчас их продолжают выпускать. И сегодня и сейчас мы продолжаем стрелять с моим ребенком. И сегодня и сейчас вот эти пуличные пистолетики, они очень крутые. И они есть в действительно большом количестве. Никаких проблем нет, они здесь постоянно, постоянно и постоянно. К слову, об этих пульках. Ну, в принципе, с такими пульками вы можете работать в большом, и в большом возрасте в том числе. Ну вот. Них проблемс. Что касаемо здесь. То же самое. Наборчики. 200 рублей. Такая штука. Тоже недорого. То есть мы о чем говорим? О том, что магазин «Орион» не ориентируется на людей, у которых сверхбешеные достатки. Смысл какой в них? Ну какой в них смысл? Таких людей в действительности очень-очень мало. Не надо говорить, что все у нас такие. Нет, ребятки. 90% россиян – это, ну,
такие же товарищи, как и я. Им надо много и задешево, чтобы было вкусно. Магазин «Орион» для вас и работает. Дешево, много и очень вкусно. Да, как-то так получается, да? Как-то так получается. Что то, зачем я встаю, это вот очень круто и для всех. Теперь по цене вопроса. Как мы уже говорили, мы говорили о 1000 рублей. Ну, логично, больше-то не надо тратить на ребенка. Вы же не сильно богатые люди, да? 1000 рублей. Вот таких 1000-рублевых машинок, вот таких вот классных, вы здесь можете купить практически 5 штук. 220 рублей. Шикарные модели, постоянно что-то новенькое. То есть... Сегодня пришли, через месяц пришли, через месяц пришли, через месяц. Это все новое, поверьте мне. То есть нет ничего такого, чтобы застоялось. Уж так оно есть. Теперь другой вариант. Ну, для людей более взрослых. Вот такие пистолеты. Они по размеру то же самое, что и натуральные, да? И пулька здесь также стреляет. Но это для тех, кто возраст побольше. Также тот же самый пистолет. Всего лишь 700 рублей. Еще и на 300 что-то останется, что вы себе можете купить. То есть, ну, ребятки, все-таки понимаете, да, для чего работает магазин «Орион»? Он торгует игрушками для всех и для детей в том числе. Что я буду говорить? Что я буду говорить? Вернувшись на круги своя, по цене вопроса. Мы же говорим, 1000 рублей, сможете ли вы уложиться? Да легко. Вот эта штука очень хорошая. Под попочку положили вот этой части. Она здесь шикарнейшая. Представляете? Знаете, как укатить? Так, ценники. Вот эта штучка стоит 250 рублей. Так, нормальные ценники, да? Соточка, пожалуйста, вы можете кататься, просто подложив что-то. Кроме всего прочего, вы можете кататься еще дешевле. Да что это такое? Вот, вот это прям под попочку и покатились. 25 рублей. Ну, это ли не смех? Проверьте, это и есть смех. Вот, другая штука. И другая штука для человека, который может ездить. В принципе, вы также можете съездить на... Куда? В сторону Баннова. Там есть тюбинг трассы. Только вот тюбинги вот такие, да? Эконом-варианты. 950 рублей. Ну, есть, конечно, то, что я когда-нибудь себе возьму. Для сына, естественно, потому что, ну, мне вот прыгать нельзя. К сожалению, с моей болячкой прыгать вообще никак. Сын может ехать. Никаких проблем. Взять себе вот такой шикарнейший тюбинг не на один день. Вот эта тема-то интересная. Мысль, в принципе, достаточно очевидная. Насколько все это дорого стоит? Ну, насколько все это дорого стоит? Вот сколько вы можете себе потратить на своего ребенка? Давайте определимся с цифрами, да? То есть средний заработок какой у нас? Будем говорить из минимального достатка, да? Мужик может заработать 18 тысяч рублей, женщина, ну, 10 тысяч рублей, да? Это я говорю о тех, кто подвержен влиянию. И получается, раньше-то, в принципе, и то, и другое хватало уже на 500 долларов. И то, и другое сегодня, сейчас, это даже не 500 долларов. Что мы можем делать? Мы можем причитать, а можем просто отправиться в магазин «Орион». К примеру, за тем, что я вам сейчас показываю. То бишь, допустим, из этой самой суммы можно ребенку дать 1000 рублей. Можно дать 1000 рублей? Пожалуйста, 1000 рублей. Стол маленький, детский. Или чуть-чуть больше, всего лишь на 50 рублей. Стол большой. Ну, а если и того нет, то я сейчас объясняю. Вот такая штучка где-то в другом месте стоит в 3 раза дороже. 150 рублей, здесь 60. А это 25 рублей. Ну где вы, нормальные наши люди, человеки вы наши, уважаемые? Вот так вот, 1000 рублей сыну или дочке на подарок. А почему нет? Где? Естественно, в Орионе. Куда ехать? В сторону севера, по Советской, до Вокзальной, там на Соленое. И вы поймете правила поворота. Направо, естественно. И третий, опять же, поворот направо. И вот здесь вы все и берете, и сыну, и дочке. О чем мы сейчас говорим? О том, что по-другому не получается. То есть я все покупаю здесь своему ребенку. По одной простой причине. Я такой же человек, как и вы, представляете, да? Ничего у меня сложного нету. Вот. Кроме всего прочего, у меня такие же косяки. Вы это тоже прекрасно понимаете. Но другой вариант. То есть я не собираюсь ни за что деньги переплачивать, да? Я люблю видеть товар и понимать его качество. Кроме всего прочего,
в отличие от других магазинов, которые предлагают вам игрушки, здесь игрушки новые. Постоянно что-то новое. Приходите. То есть я вам... Представляете, да? Ну, 3 года я здесь работаю, да? И каждый месяц я что-то новое получаю. То есть человек работает, человек показывает вам, что в результате каждый месяц и за недорого вы себе можете купить то, чего раньше вы и не видели. Чем вам это не прелесть то? Прелесть, которая располагается здесь, в магазине «Орион».